Черные? Рядания? Лишь бы платили и не били. Что принести? Покажи мне свои товары. Я не голоден. А вот в гвинт сыграл бы с тобой с удовольствием.
волнуюсь. Котик, как я тебе? Живем в материальном мире. О, Геральт, укротитель чудовищ. Не хочешь ли меня убить? Ну как? Все ж таки на мутанта нашла охота. Я хотел бы кое-что купить. Я бы лучше сыграл в карты, а для этого нужны только руки.
Славный Геральт из Риви, верно? Ты меня знаешь? О, я знаю о тебе все со слов Лютика. Он только и рассказывает о тебе и о ваших приключениях. О походе на дракона. О том, как вы Сильвана в конопле перехитрили. О битве за мост и о том, как он спас тебя от убийц. Это я бы тоже как-нибудь послушал. Баллады и рассказы Лютика никогда не надоедают. Кто-то все удивятся, если я скажу, что сам Белый Волк их с радостью слушает. А теперь скажи, чем могу служить? Выпьешь что-нибудь или, может, сразу девочек позвать? Ты здесь и раньше работал? У старшего Вилли? Не, я по объявлению пришел. Как там было? Требуется помощник в эксклюзивное заведение с изысканными развлечениями. Предпочтительно полный бакалавр с 10-летним опытом посещения таверн. Знание всеобщего, старшей речи и современной поэзии обязательно. А почему ты не остался в академии? Так я даже вступительных экзаменов не сдал. И в старшей речи ни шиша ни смыслю. Но музицирую немножко. И, конечно, знаю наизусть все творения мастера Лютика. А, все понятно. Ну, покажи, что у вас хорошего. Предлагаю сыграть в гвинт.
чую, белый волк. Чем тебя сегодня порадовать? Будь здоров.